Какая буханка. Нифига 214 себе. Рублей стоит. Блин, а что у нас такой дорогой? А потому что у вас любимый, большая наценка за помещение. А у нас маленький захудалый магазинишка, где просто продавщицы из кукулевых всякого работают. И так все дешево. Значит, сама... Это самая... Цена? Достаточно дешевая. Да, себестоимость очень минимальная. Когда попадаешь на вокзал и поезда, всегда попадает на золото. Да? Но у нас особенно же сейчас раньше свое масло. Просто это арахисовое масло. Это что-то божественное. Я сразу ложку в рот. Смотрели Джо Блэнка? Мне кажется, в России все люди узнали именно из-за этого фильма. Я не знала, что это такое. Чего за бред? Я думала, нутеллу какую-нибудь. Нет, тоже думала, что цвет какой-то детской неожиданности. Думаю, как это может быть вкусно? Да. Поэтому смотрите, как я щедро мажу. Я ради этого в Калининград еду. Только ради арахисового масла. Завтра у Светы будет день рождения. У меня день рождения. Арахисовое масло. Что может быть еще лучше? А что у тебя заново? Ага, ну-ну. Наш номер. Окно на целый... Здесь чем не понравилось? Окно. Здесь окно сверху донизу. Сверху донизу. Можно открыть окошко, чтобы проверить? Можно открыть окошко. Здесь есть телевизор, две кроватки, книжечки, даже стрелочки. Зеркало. Отдайте кулер. Туалетик. Душ нет, а вон душ есть. Здесь есть, кстати, веранда. Идем гулять. Приближаемся к музею янтаря через озеро Верхнее. Да? Да, да. Да, да, болото, да. Вот нашли музей янтаря, вот. Он открыт. Такой большой, красивый. Я прям захотела фехтовать. Музей закрыт. Придем туда только послезавтра. Здесь ржавый лебедь. Гулять на озеро и есть мои волосы. Лезут мне в рот. Очень сильно.
сделать хвостик. Здесь очень ветрено, как будто я попала. Как будто я попала в Англию. Или в Питер. Нет. У меня резинка есть. О, какое озеро. Классно. Главное не уронить камеру. Ой, это так вода плещется. Слышите, как вода плещется? Здесь так красиво. Да, здесь можно кататься. И ходить. А я-то одета как дурак, потому что реально холодно. Такой ветер. Но так красиво, смотрите. Мама снимает. Учитывая, что у меня с собой классный фотик, мама снимает на телефон. Лебедь. Настоящий лебедь. Настоящий белый. Как тебя звать-то? Лебедь. Ой, такой красивый лебедь. Ой, испугался. Ой, такой красивый. Все, уплыл. Хороший такой. Один-единственный лебедь за все огромное озеро. Как ты сюда попал? Он такой наблюдательный, так на всех смотрит. Где его пара? Где его женщина? Может быть, он женщина? А вдруг он женщина? Не важно. Он ждет своего... половинку свою ждет. Маленьких 4 домика, построенных в немецком стиле полностью. Это была немецкая архитектура, просто перестроенная заново. Как в японской архитектуре принято перестраивать старые здания. Все вымощено черепицей. Очень прикольно так. Опаснейший враг. Чё? Он сам понял, что сказал. Я не думал. Это нужно обдумать. Да. Герцог Альбрехт Грюндер. Дер Кёнигсберг Университет. Герцог Альберт, основатель Кёнигсбергского университета. О, это же немецкий герб. О, какая борода. О, какой у него большой меч. О,
сворачивать прям за спину. Вот это хвост, огромный хвост. Меня пугает эта скульптура. Что они там увидели? Что там? Что там? Что там такое? Угли растут на дереве. Странные цветы. А еще я нашла себя. Вот, смотри, какая щека. Одна больше второй. Это прям я. Да, погода, конечно, наладилась. Вот оттуда. Если что, нам назад вот туда. Да. Камера, камера. Ой, как темно. О, вот вот появилась. Сейчас поедем, поедем. Едем домой. Едем. Ура! Через минуту уже. 46. Ага. Максим купил тебе шлечку. Ты мой хороший маленький. Ой, красавица какая. Дю-дю-дю.